Израиль, Хайфа, берег моря. Во время второго карантина, тотального карантина, в Израиле по поводу коронавируса. Купаться нельзя, на пляже загорать нельзя, можно заниматься только спортом. Уже 2 недели тотального карантина, праздничного карантина, еврейских осенних праздников. Так что море прекрасное, погода великолепная, море теплое, и все по возможности отдыхают, как могут, чтобы не сидеть дома и не болеть еще больше. Мы дышим воздухом, а наш папа ловит рыбку. И там вдалеке ловит рыбку. Так что сегодня у нас будет на обед много-много рыбки. Ну, рыбку ловить можно, спортом заниматься можно. Все остальное нельзя, но народ хочет воздуха, хочет теплого моря, хочет теплого солнца, и это, скорее всего, важнее для здоровья, чем сидеть заперти дома. Так что радуемся, живем, продолжаем жить, продолжаем дышать, продолжаем быть здоровыми. И всем хорошего, чудесного, солнечного, теплого дня. Привет с Израиля, город Хайфа, город Хайфа. О, какая собачка к нам пришла красивая. Им тоже надо дышать. Это моя собачка Тутка. И мой сынуля Жульян. Жульянчик, всем привет. Помахай ручкой. Опа. Жульян?